Друзья, я приветствую вас на моем канале. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, ставите лайки. Хотела, пока у меня греется машина, вам рассказать. Значит, вот меня беспокоит вопрос такой. Я уже в каком-то видео это записывала, говорила. Так вот, подтверждение до конца не получила. Значит, вопрос такой. У меня маленькая миома небольшого размера, уже 11 лет. Вот, поясница, поясничный отдел у меня болит после родов, то есть это как бы будет уже 20 лет. Вот, за то время, пока у меня не было миомы, я делала физиопроцедуры на поясницу, делала массаж, все это делала. Когда у меня обнаружили миому в 13 году, мне сказали, что это делать нельзя. Я это и не делаю. И буквально до октября 23 года все врачи говорили, да-да-да, это нельзя делать. Значит, я попадаю просто в поликлинике на приеме у гинеколога, это спрашиваю, врач молодого поколения говорит, да, можно, ничего страшного, у вас же маленькая миома, ну, то есть надо, типа, делать, чтобы она большой была, то есть такое могу я, как бы, пояснение, да, с этого выявить. Вот, потом я была в реабилитационном центре в Мир Звуков, там тоже был врач молодого поколения, ну, это вот, как бы... Девушки, рожденные, так скажем, в 90-е, то есть им там 20 с чем-то лет. Ну, так вот я бы описала, да, вот этот возраст. То есть сейчас, как бы, когда мне сказала вот в Мир Звуков невролог, что ничего страшного, у вас же, типа, маленькая миома, я опять, то есть тоже вот это как бы октябрь-ноябрь был, я задумалась. Потом я пошла к старшей медсестре, когда там была. Стала этот вопрос задавать, она говорит, это вообще нет. Говорит, не надо делать. Вот. И тоже как бы с ней так поговорили, думаю, может, их так сейчас учат. Почему они это говорят? Что если мне 11 лет, ну, 10, да, говорили, что нельзя, и сейчас за последний год стали говорить, что можно. Я не понимаю. Сейчас я пришла в поликлинику делать УЗИ. Вот, задала этот же вопрос, как бы, ну, врачу, который УЗИ делает. Вот, она сказала, да, сейчас их так учат, сейчас много чего можно, что и с язвой там определенные, как бы, моменты тоже, типа, стали разрешать, с язвой желудка имею в виду. То есть, как сказать, вам врач может сказать, что можно, но решать, конечно, вам, потому что, типа, миома пока маленькая, но она может стать большой, поэтому я вообще в таком смятении, честно говорю, но хотя бы сейчас мне вот УЗИ, который делала доктор, интересно, что я к ней второй раз попадаю, у нее фамилия, как у моих детей, вот, но это не их родственницы, конечно, просто как бы интересно, да, так что фамилии одинаковые, вот, и... Она подтвердила, сказала, да, что сейчас, может быть, вы можете что-то услышать. Ну, решать вам, и как бы, типа, пока миома маленькая, вы поделаете эти физиопроцедуры, она станет большой. То есть я понимаю, что я правильно делаю. Если у меня за 11 лет моя миома никак не увеличилась, то есть она у меня на том же месте стоит, на том, тех же размеров, то значит, я все делаю правильно. Я не буду делать физиопроцедуры на поясничный отдел, я так и буду делать на грудной отдел и на, ну, сюда, как бы, на шею. Вот. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, и вам говорят, то вот, как бы, это вот мои исследования, которые я сама сделала вот за буквально несколько месяцев вот этих последних, которые не понимала. Вот. То есть, получается, что врачи говорят, нужно делить на два, как говорится, да? Вот. И еще касаемо девушек, женщин, что все-таки на УЗИ надо ходить на 5-7 день цикла, иначе как бы смысла нет делать, потому что у меня когда было ДМС, я все время делала по страховке, и все время было, ну, как бы, была возможность, да, там, как бы, ну, знаешь, что у тебя уже месяц начнутся, идешь к гинекологу до приема, она тебе там выписывает направление, и ты попадаешь, когда вот в эти 5-7 дней. Вот, здесь ситуация какая, что я вчера была у гинеколога, и как только вышла из кабинета, вижу, есть запись на завтра. Вот, но все это время, пока у меня не было ДМС, я ходила просто в поликлинику по ОМС, тут хоть как записаться, на какой день,
И вот она мне сейчас сказала, что я просто у нее второй раз. В прошлый раз у меня получилось сбоем записаться там через телеграм-канал. Вот, вы можете посмотреть видео, у меня есть, чего очень сильно боится поликлиника. Вот, то есть я там рассказываю, как можно записаться еще. И там меня между строк где-то записали, и так совпало, что вот за 3 года, пока у меня нет ДМС, я первый раз сделала УЗИ малого таза вот в 5-й, 7-й день. Это было первый раз. Ну и, соответственно, я была у этого УЗИста, да, скажем так его назовем. Она ничего не сказала, потому что я пришла, ну, вот в правильные дни, которые нужно делать, чтобы УЗИ было функционально и было все понятно по вашему состоянию. Вот, то есть сегодня у меня уже позже день, там не 5-й, 7-й, а получается сегодня у нас 18-е, то есть там где-то 17-16 день как бы цикла, то есть по ну, даже не середина, а уже как бы на вторую половину перевалила, да. Вот, она мне дала снимок, говорит, идите как бы к врачу. То есть надо все-таки приходить, вот как она сказала, типа, чем старше вы становитесь, тем нужно все-таки делать вот в эти дни, потому что это важно. Вот, поэтому, ну, смотрите, что вам врачи рекомендуют. Может быть, не всегда это правильно, и получается, вот это молодое поколение врачей, их уже учат совсем по-другому, и не всегда получается информация верная, может она вам навредить. Вот. Ну, это все вам, что я хотела сказать. Снег идет, метель. Вот у меня сейчас немножко машина растаяла. Вот, я сейчас поеду. Так что смотрите мое видео, мои дальше видео будут интересны, я вам обещаю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вот. Ну, всего наилучшего, здоровья, успехов в новом году. Пока-пока. Ты еще скинешь?